С 21 по 27 марта на территории оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» пройдет профильная смена для учеников старших классов школы. Казанский федеральный университет совместно с автономной некоммерческой организацией «Казанский открытый университет талантов 2.0» создали все условия для профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных учреждений. Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно было не просто стабильно хорошо учиться, но и быть победителем или призерами межрегиональных олимпиад КФУ по профилю педагогика или иных профильных олимпиад, а также быть максимально заинтересованными в психологической и педагогической деятельности. Во-первых, мы вообще полностью организуем эту смену. Она у нас называется Soft Skills Hub. Мы готовим детей к тому, чтобы они у нас продолжили обучение по программам образования в полилингвальной образовательной среде. И в рамках этой программы у нас предусмотрены занятия по основам проектной деятельности, тренинги по soft skills, по основам педагогики, предусмотрена самостоятельная работа в проектных группах, ну и, конечно, развлекательные мероприятия, которые тоже необходимы детям. Программы профильной смены были разработаны непосредственно Институтом филологии и межкультурной коммуникации и Институтом психологии и образования. Данная смена представила участникам на выбор два направления – Soft Skill Hub и Insight. Каждый факультет набрал в свои группы по 40 человек, общее количество учащихся составило 80 человек. Отметим, что конкурс был жесткий, отобрали лучших из лучших ребят по Республике Татарстан. Отбор проводился в рамках конкурса. Приказом по университету была назначена конкурсная комиссия, и мы отбирали по результатам эссе, в котором ребята именно писали о том, почему именно он должен стать участником данной профильной смены, именно выражая свое личное мнение, почему его персона является наиболее приемлемым принять участие в таком замечательном мероприятии. Интерес будущих светил педагогики и психологии обусловлен рекордно большим количеством поданных заявок и активным участием во всех тренингах, мастер-классах и проектных деятельностях в рамках данного лагеря. Участникам смены представлен хороший шанс усовершенствовать свои лидерские и коммуникативные качества, а также прослушать множество интересных, познавательных, профессионально важных лекций от спикеров университета. Казанский федеральный университет на протяжении столетий занимается просвещением школьников и студентов. И каждый из проектов направлен на улучшение образовательной системы и получение необходимых навыков для подрастающего поколения. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.